Ну, это то же самое. О! Серега с Димой на суперфише несутся. Я так понимаю, того, которого Пелянский вокзал, я заметил такую. Они говорят, там нити. Нити, я так понимаю, не держат поверхность. Нити держат, да, внутри, между верхним и нижним слоем ткани, нити. Их там тысячи. Ну, это видно. Подгребите сюда, я вам кресло комфортабельное дам. А то там Дима сидит там на картах, блин. Так, это все, а там 4. Да, это тогда хреново. Но там очень толстая ткань. Ее практически нереально проколоть. Там реально толстенная. Толще, чем в любых лодках, раза в два. Ну, все важно. Что скажешь про нашу новую разработку, про суперфиш наш? Хорошо идет. На распашных так вообще замечательно. На моторе будет тоже небольшой моторчик поставить и покатит. И на... и места много. Рыбач не хочу. А вот это ребята АРДшники. Те, которые как раз этот саперфиш-суперфиш собирали. И теперь вот катаются на детище, сделанные их собственными руками. О, как хорошо идет. И вот, вот что, а там уже веслом, не надо бить веслом, не надо бить веслом. Тем более он пока спиной стоит. Не ясно, что происходит, друзья мои. А вот суперфиш объезжает тот, кто его оклеивал. Точнее, он чилит в креслице и, наверное, оценивает свою оклейку. А, блин, вы еще дорожите, ёпарасете! Они еще рыбалки занимаются, блин! Рыбаки, блин! Все в порядке, нормально? А то вот, смотрю, ты на одном месте стоишь. Все, едь. Пешап хорошо идет. Это вон у него включенный скрипнул. Ребята.